Кузькин. Тебе что, вообще никто не чесал сегодня? Вот их подождем. У меня на прошлом телефоне это такой тремор был. Мокрая девочка. Это своя. Ля, как красиво. Что? Ты объективно, что он сделал-то? Просто погода и я. Алин, много будешь гипнотизировать? Очень любит мужчин и не любит женщин. Мне кажется, наоборот. Слышите это? Она не понимает, что на край садиться нельзя. Ника самая красивая из всех, блин. Кто сказал, что нельзя? Это лохушка. Что она делает? Правильно. Да? Да иди ты нафиг. У тебя просто угарное лицо, когда ты занимаешься. Давай, работай. В смысле, ее не надо опускать? Ее нужно опускать. Здесь она должна быть, чтобы она шла по прямой линии. Так у меня по прямой. Максимально прямая. А она шла по прямой. Ой, боже мой, ой, ой, ой. Отверни. Ох ты. Разожать просто, что ты? Всем хай, я хочу сделать вечернюю учебу такую. Стоки эстетики, давайте. Раз, два, три. Еще чуть-чуть свечей, еще чуть-чуть свечей, еще чуть-чуть свечей. В Дискорд. Да, она мне рассказывала, да. Это такой подкаст, типа вот, ну как... Какой-то день сидели с Мариной в кофейне. Она хотела выкинуть стаканчик. Я такая, подожди, он же такой красивый. Давай я его заберу. Доброе утро всех с 1 октября. Смотри, что ты дома не младше выставил. Куча мафии. Студенты. Егор, да ты сколько нужно уже? Желтое, прям как Даша. Отдали, мы уходим. Там что-то... Нормальные русские это какие? Не придерживайся данных. Двигаем вот это вот. Моя покрашенная стена. И я, когда красила, не докрасила надпись, потому что у меня закончилась краска. Наконец-то я дописала эту надпись, и мне, знаете, очень нравится этот разбор.